Итак, друзья, продолжим. Это четвертая часть моих подписок от А до Я, в данном случае от П до Я. Предприниматели взлет. Это канал лидера Oriflame Ольги Поляковой. И на сегодняшний день, вопреки тому, что я говорила раньше, при обзоре каналов обзорщиков Oriflame, я считаю Ольгин канал самым лучшим, самым информативным. Отличная Ольга, отличный ведущий, достаточно знающий, несведущих, не хочу сказать невежественных, не в этом дело, в современных тенденциях, в трендах, вообще не владеющих такими понятиями. Вот, мне это не нравится. Просто хвалить товар, это на сегодняшний день это не актуально. Ну, хотя, я не знаю, возможно, аудитория Oriflame среднестатистически, как вообще любой продукции, наверное, в нашем пространстве, наверное, такого уровня и есть. Ладно, в общем, не в этом дело. Все равно мы все любим умных, людей умнее себя, а не глупее. Ну, в данном случае мы хотим получать информацию от людей, которые знают больше, а не меньше, чем мы. Так, приятного аппетита. Это кулинарный канал. По моему впечатлению, наступающий на пятки, ну, иногда забегающий вперед, конкурент Ирины Хлебниковой. Ну, тоже прекрасная подача. И вообще, что нас интересует в кулинарных каналах? Чтобы рецепт был рассказан достаточно исчерпывающе, понятно, чтобы нам было все. Что еще? Ну, лишь бы рецепт был правдивый. Самое главное, я считаю, в рецептах, чтобы они были проверенными, правдивыми, а не что попало. Так, проект Алина Коновалова, это ваша покорная слуга. На этом канале Аюна вяжет, шьет и готовит. А если кто еще не знал, пожалуйста, милости прошу. Наверное, хочу переименовать Аюна дома. Тем самым я поднимусь по ранжированию вверх алфавита. А если еще на латинице, то совсем буду в первых строках. Так, пусть смотрят. Это канал, к которому я присматриваюсь. Вообще он мне понравился. Не помню что, но это телеведущий. Один из ведущих, господи, что я говорю, телеведущий. Так, опустить. Это ведущий канала. Один из ведущих канала, ну, из приглашенных ведущих канала. Топ-5, дай 5. Какой-то умный чувак. Не помню про что рассказывает, но очень интересно. Помню, что очень интересно. Радио Свобода. Это канал, ну, как бы оппозиционный. Почему как бы говорю? Ну, может быть, да, оппозиция. В общем, я на нем сижу. И очень люблю вечером включить и слушать какую-нибудь часовую передачу, где обсуждают современное положение. Как это называется? Обстановка. Как обстановка в мире. Так, семейная кухня. Это канал семьи Кати. Катя и Ваня, как он назывался, не помню. Но я давно уже отписалась от Кати. С Ваней, ну, был у меня период, у меня даже есть видео, посвященное им. Я восхищалась ими. Да, я восхищаюсь энергией этой девочки. Но уже больше года, наверное, я понятия не имею, как у них дела. Поженились они, не поженились. Где живут, не знаю. Семейную кухню тоже смотрю очень редко. Мне, в общем-то, хватает Ирины Хлебниковой. И приятного аппетита. Но иногда, почему бы нет, посмотреть такую. Тоже хорошая подача, в принципе. Кому нравится такой народный стиль, ну, как будто соседка зашла и рассказала вам. Нет, причем нет, у них тоже хорошо поставлено все, не так, как я. Очень даже хорошая подача. Ну, просто вот Ирина Хлебникова. В общем, интеллигентные люди мне нравятся больше. Серика Нурия Ахметова, это лидера Oriflame. Они канал свой совсем не ведут. Я подписалась из уважения и надеялась, что там что-то будет. Но Нурии Ахметовой хватает и в офлайне.
работы ей не доконала. Это топ-топ, один из топовых лидеров мирового Орифлейм. Наша, моя, между прочим, землячка Актюбинка. Так, субъективно об Америке. Это Таня Генерал. Очень мне нравится. Тоже считаю ее землячкой своей, раз она иркутянка, значит. А мои корни тоже в иркутской земле. Так, вот. Нравится, умная, да, по-нашему. Чувствую в ней иркутскую интеллигенцию. Наверное, так можно сказать. Субъективное мнение. Это тоже канал, по-моему, ведущего. Если я ошибаюсь, я прошу прощения. Канал ведущего, одного из ведущих, ну, бывает он на этом канале. А может, я ошибаюсь, может, это что-то про политику. Канала топ-5, дай 5, я хотела сказать. Может, я ошибаюсь. Татьяна Рева, это бьюти-блогер из категории возрастных. Иногда смотрю. Ну, солидарность испытываю. Я, конечно, постарше Татьяны. Вот, поэтому, может быть, она и не хочет, чтобы я к ней примазывалась, но я вот чувствую, что мы из одной категории. Телеканал «Дождь». Подписалась недавно, посмотреть, что за... Из-за Собчак, из-за Ксении Собчак подписалась. Почему Собчак сейчас стала опальным журналистом? Потому что, ну, некогда, со времен Болотной площади, с 2011 года, то есть, когда ее выгнали со всех каналов, как говорят, и теперь она на «Дожде» работает, ну, еще где-то, наверное. В общем, посмотреть, как Ксения смело задает смелые острые вопросы разным политикам, невзирая на, как это называется-то, ну, лицом к лицу она может, она смелая, может задавать неудобные вопросы. Телерадиокомпания «Бурятия» – это наш ГТРК Республики Бурятия. Смотрю этот канал, когда нахожусь далеко от дома. Телевизионный, в общем-то, не все. Ну, иногда, чтобы новости посмотреть, я включаю этот канал, если не дома. «Улетай, Сулила» – это один из каналов Ульяны, книга-обзорщицы, влоговые, где она куда-нибудь путешествует, где-нибудь. Юлия Высоцкая подписалась, совсем не смотрю. Вообще, я обожаю ее передачу, обожала, сейчас просто мало смотрю. «Едим дома». Мне нравится ее бешеная энергия, иногда, конечно, она очень сильно зашкаливает, ну, иногда приходится сдерживать свое терпение. Но все равно в целом мне нравится. И поскольку я сама вяло-гормональная, как выражается одна моя подруга, я люблю динамичных, энергичных людей. То есть пытаюсь добрать того, чего мне не хватает. Юлия Латынина, журналист, ну, диссидентского толка, наверное, так, наверное, будет правильно сказать. Наверное, я не ошибусь, если такое определение, да. Смотрю, с удовольствием слушаю ее. Не всегда согласна, не совсем соглашаюсь. Они тоже, на мой взгляд, чересчур обостряют некоторые моменты. Но это полезно. В общем, без революционеров не будет перемен. И если вы спросите, за революцию я или против, я, конечно, против. Мы навидались вот этих дестабилизаций, переворотов. Слава Богу, лично меня, мое тело они не затронули, но все равно, в общем, как-то, если бы спросили лет 10 назад, мы бы сказали нет, нет, нет. Ну и все, да, наверное, мы сказали бы нет, нет, нет. А сейчас, когда такая реакция, может быть, да, нужна революция, но какая-нибудь мягкая, мягкая. Не надо без жертв, не надо крови, пожалуйста. Лиза Онэйр почему-то в самом низу списка, наверное, из-за звездочки в начале своего логотипа, своего никнейма. Вот. Тоже почему-то не отписываюсь иногда что-то. А, почему? Потому что она как-то засветилась с Марией Новосад, а Мария Новосад входит в компанию Ираклия, Кости Пака, ну вот это
Кирилла Скобелева засвечивалась в этой компании, поэтому и как-то ее упомянул тоже Ираклий, оказывается, ее фамилия Соболева. Вот мне, и в общем думаю, ну вдруг что-нибудь тоже такое интересненькое, значит, она и человек интересный, не только бьюти. Ну вот картинка бьюти-блогер, почему я отписываюсь, что-то уже вот наелась я вот этих красивых картинок, меня уже бесит. Не подумайте, что из зависти, просто надоело, осточертело. Вот. Ну, это, наверное, такой период у меня, наверное, пройдет этот период, захочется, наоборот, красивых картинок. Мы меняемся, жизнь меняется. Нельзя быть закоснелым, отлитым в мраморе или в бронзе, постоянным человеком. Динамика должна быть во всем, развитие, эволюция. Ну все, на этом обзор моих подписок закончился. Подписки мои будут меняться, как вы поняли. Если бы вы раньше видели мои подписки, они выглядели бы совсем иначе. Сюда мне хочется больше интересных таких мужских каналов, наверное. А, кстати, у меня были немаги, да, немаги были в какой-то части, во второй или в первой. Вот. Я всех благодарю, кто досмотрел до этого момента. Не забудьте поставить пальчик вверх или вниз. Подписывайтесь на мой канал, если я вам показалась чем-то интересной. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Всем нам мирного неба. Пока. Аюна Коновалова с вами.